pelo canal Princesa Milagre. Сегодня мы распаковываем три посылки. Давайте же начнем с первой. Пожалуйста, не шумите за кадром. Чокер. Жокер. Или чокер. Не знаю. Это одевается на шею. Это сердечко на розовый цвет. Тут точечки. И там написано love. Она сделана из бархата. Вот тут бархата. И она регулируется. Чокер-чокер отложим в сторону и откроем следующую посылку. Раз. Больше там ничего нет. А это еще одно колечко. Это уже белое. У меня вот тут серебряное. А это уже белое колечко котик. Причем он тут целый, а вот тут не целый. Вот. А вроде целый, да, только... Да, он целый тоже. Вот. И у него только синие глаза, и он белый, это отличие. Еще тут точки, а тут не очень видно. Очень, очень прикольно, еще одно колечко котик. Тут синие глаза, и он белый. Я его одену на руку. Одену на руку вот эту тогда уже. И давайте откроем следующую посылку, последнюю на сегодня. Давайте ее откроем. А это диктофон. Он записывает голоса детей или разговоров, или диалога, монолога. Ну, мы не будем уже приступать к русскому языку. Очень прикольный, он черный. Он подключается к настольному телефону. И он работает от двух батареек. У него очень много кабелей. И у него в комплекте есть микрофон. У него 8 гигабайт памяти. Подпишись на мой канал, ты увидишь много интересного. Всем пока!